Йоу-йоу-йоу, здорово, молодые! Это же было модное приветствие или нет? Сегодня Димка играет в Fortnite. Просто посмотрите, какой скинчик я купил. Я купил себе 13 500 V-баксов просто для того, чтобы купить себе куски боевого пропуска и купить этот скинчик, чтобы быть на коннекте с молодыми. Чё, я теперь это? Вы думаете, что я с вами на одной волне или нет? Только не обращайте внимания на мой никнейм. Этого достаточно, чтобы хайпить с молодыми, а? Как вам мой скинчик, пацаны? Вот так вот, сперва добейтесь. Блин, я не знаю, что после этого произойдет в группе Discord. Играем, нулевая высота, потому что я не уважаю строителей в Fortnite. Я из-за этого забросил эту игру в свое время. Все, у меня боевой пропуск 79 левела, я купил эти уровни сегодня. Короче, все, мы отправляемся. Сейчас будет настоящая прожарка шкилы. На спине мое личное животное нарисовано. Да-да-да, сейчас мне кто-нибудь скажет: а, Димка все-таки за фурей начал играть. Да ни хрена подобного. Опа, вот мои ганы. Ой, бля, куда улетел? Ясно, ботик подъехал. Блин, не могу нормально играть, просто наблюдаю только за своим персом теперь. Ганы подобрал. Да у парня уровень боевого пропуска меньше, чем у меня. Походу меньше играет. Так, вот сейчас еще похайпим, подождите. Все, блин. Ничего, как только я обнаружу цель, я сразу же начну демонстрацию своих скиллов. Кто-то есть! Ну попущен, как обычно. Смотрите, еще флекс. Чтобы знал, кто его грохнул. Куда ты, парень? До свидания. Что-то какая-то стрельба, по-моему, началась еще. А, вот он. Ну и лох, просто посмотрите на него. Такой попуск, еще один слился. Он просто увидел мой скинчик. Заказ принят, уничтожить Immortal Man какой-то. Кто это вообще? А, он там в зоне. Все, мы с челиком уже идем убивать этого пацана. Получается, мы хитманы? Молодые шутеры уже выдвигаются. Еще. Ушел на заслуженный отдых, парень. Макс 10.02. Знай, кто тебя застрелил. А, он не знает еще, кто его застрелил. Опа, петушок. Или курочка. Она снесла яйцо. Использовать. Ем только натуральные продукты. Кстати, сегодня с утра 3 яичка схавал. В смысле, куриных. Это было нормально. Блин, не могу упускать натуральные продукты. А, он специально, как в Far Cry, решил выжечь лес, чтобы у пацанов не было путей к отступлению. Вот это тактик. Сейчас получим пару синяков на коленях, смотрите. Опа. А вы о чем подумали, а? Что-то я не понял, где этот Immortal G? Его тут нету вообще. Так-то надо прикончить было бы малого. Тихо, стрельба в крепости. Походу, нашу крепость заняли. Че, будем стреляться, походу? Опа. Внизу поселок Шмаляева. Упал. Еще упал. Устранен. Контракт выполнен. Цель уничтожена. Еще одного. Смотрите, как я их с высоты принимаю. Ой-ой-ой-ой, как грязно. Куда ты, блядь, пополз? Все. Ё-моё, пацаны просто... Пацаны живут одним днем, просто подыхают. Один за другим под этим мостом. Да ты же попущенный. Вы оба попущены. Снайпа для меня, для молодого шутера. Посмотрите, что такое. 15 человек осталось. Что у меня, 166 патронов в автомате? Думаю, 166 человек я могу убить. Даже не убить, а попустить. Опа, шутера. Глаза аж разбегаются. На, в очко. Чего вы там пытаетесь пукнуть? Я вообще не понимаю. Пацаны, вы же попуски, блин. Я же говорю, вы попуски. Он к нам в крепость, походу, пополз. Ну вот этот чел уже никуда не залезет. Так, добит. Так, чел мертв. Ко мне залез. Нет, меня уронили. Пацан, нет. Нет, какой 4-й левел? Так, надо в одиночке идти играть. Ну все, сейчас я собираюсь точно выиграть. Сейчас возьмем топчик. Вон, стрельба, шутера. Сейчас проработаем по ним. Иди сюда. Додик, ясно, домой. Нехрен в моем дворе выделываться. Вон, еще. Опа, стрельба, уходим. Шутера, что ты там стреляешь? Иди сюда. Ты же умрешь, ты же попущенный. 360 ноускопер. Какой ты ноускопер, ты попущенный. 365 дней в году. Надо занять какую-то высоту, я чувствую себя небезопасно здесь. Главное не обоссаться. Чел. Работаем. Снайперку.
У меня тоже нож есть. Чё ты? Убил, убил, убил. Рандомный азиат. Мертвый. Рандомный азиат, мертвый азиат. Слушай, хорошее пойло у него было. Тихо, петушок, не спали меня. Вон еще чел. Он там в хате сидит. Тихо, 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 меня спалили. Главное не быть жертвой. Заряжаю. Да ты же попущенный, потная собака, понял? Еще стреляют. Заряжай. Кто-то сзади стрелял, блядь. Только я не понял, кто. Во-во, вон один. Иди сюда. Тебе не убежать от возмездия, сука. Где он? Че, где вы, блядь? А? Так, один на один. Вон там был выстрел. Я слышал. Ну где ты, парень? Круг на мне. Круг на мне. По-любому за вот этим камнем. Вон он, вон он, вон он. Опачки, пацаны. А это что такое у нас? Королевская победа? Что? Да. Лучше уже не будет сегодня, парни. Попустил. Всех попустил. Блин, вложился в скины, называется. Попущены, зафиксировано все на видеокарточке для потомка. Не, ну парни, лучше, чем сегодня уже не будет. Я прекрасно понимаю, что видео не окупится тем, что я купил эти скины. Все, ребята, чисто подкрепил то, что я не терпила, королевской победой. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комментарии. Всем до новых встреч.